Приветик всем, друзья, и вы на канале Мария Мирабелла. Сегодня я объявляю результаты конкурса. Извините, что не могла сделать это вчера, так как обещала, но я не смогла. Так как в моем конкурсе участвовал лишь один человек, то он, естественно, и победил. И победила Лера. Лера, пиши в комментариях, какое бы ты хотела видео, чтобы я сняла на своем канале. Ну а вы, друзья, не забывайте участвовать в моих конкурсах. Их еще будет очень много. Всем пока. На этом все.